Наконец мы дождались тепла. Сегодня 30 апреля. И будем заниматься высадкой сельдерея корневого. У нас два сорта, Исаул и старый лекарь. Подготавливаем грядку. Заранее выкопали лунки. Мы в лунки не кладем ничего, никаких удобрений. Собственно, одна чайная ложка золы. Ну вот у нас получилось 90 лунок. Сделали мы, как написано на пакетике с семенами, по схеме 35 на 40. Сейчас прольем и начнем высаживать. Точка роста, как она была сверху, так она и остается. Никаких больше манипуляций, никаких заглублений. Все польется, еще даже грунт немножко сядет. Прекрасно. Посадили. Все это понятно. Ну что, отлично. Ну, покажи мастер-класс, как надо сажать. Уровни с землей, чтобы точку роста не заглублять. Прекрасно. Впереди еще две грядки надо высадить. Ну-ка. Хвостик. То есть вровень с землей, да, практически. Вторую грядочку уже сажаем. Это уже сорт Исаул. Его у нас два ящика. Это 50 штук получается. Что, сельдерей же полезный, вкусный, хороший. Кстати, это классная штука для тех, кто вот на диетах сидит, сельдерей заменяет им все. Будешь есть мясо? Немножко осталось, еще полтора ящичка посадить вам и все. Ну вот и закончили посадку сельдерея. Сказать, что сельдерей — это такая простая вещь до момента посадки, потому что, наверное, с конца января мы им занимались, то есть семена были посеяны где-то, наверное, в 20-х числах января, и вот 30 апреля только высадили в землю. Но судя по срокам созревания, он еще будет до глубокой осени у нас расти, для того чтобы получить полноценные клубни, да? Поэтому будем наблюдать.